Привет, сегодня отправился на гору Румия. Не знаю, доедем или нет. Погодка такая не очень. Вот там где-то гора Румия на 1560 метров. Дорога сюда хреновенькая, мягко говоря. Ну вот, видите, да, тут такие обрывы, обвалы происходят за моей спиной. Время от времени. Это еще здесь лежит асфальтик. Вот асфальт, дальше идет гравий. Ну, едем потихонечку. Совет, если все-таки отправитесь сюда, берите машинку чуть-чуть повыше, чем стандартная. Потому что дальше, еще раз говорю, гравий. И если вы будете ехать на гору Румия, не забывайте о том, что есть монастырь Сергея Радонежского, где живет сейчас вот около 3 монашек. Все время меняются они. То заболевают, то еще что-то. Можете привезти им какого-то гостинца, картошечки, вермишельки, там капусты, еще чего захотите, печеньки. Вот, им очень сложно добираться в город назад. Ну вот, собственно, вот такая ситуация. Ну вот мы в монастыре. Монастырь Кири уже отстроили. Крышу отстроили 3 или 4 месяца. Представляете, как быстро. Так что скоро уже могут принимать здесь гостей. Приезжайте. А нам вот туда. Вот туда куда-то. В облака. 1560 метров. Идем дальше. Ты чувствуешь, что силы уже... Ты меня уже пишешь? Правильно. Ты чувствуешь, что силы уже покидают бойца. Вот. Прямо нагрузил рюкзаком. 20 кг, не поверите. В этой, в идее картошки купили. Перла до монастыря. Думала вообще, кончусь. Ну ничего. Так и издеваются. В походах. У нас небольшой привал. Не знаю, сколько прошли, какая разница. Прошли счастливых несколько метров, километров. Главное, что прошли. Настроение хорошее. Туманчик внизу, туманчик вверху. Горный воздух. Высота где-то 1100-1200 уже. 150, наверное, подожди, по ощущениям. По ощущениям. Не, 115. Отжигаем. Сейчас отдохнем и идем дальше. Еще встретились нам 2 мусульманина. Один из них запомнил Осман. Наверное, еще с Османской империи. Так старичок такой с лошадками, 2 лошадки. У них деревянные.
той стороны уже Албания. Воздух, конечно, прохладненький, горный. Смешивается еще запах трав. Класс. Фу, господи, как хорошо, да. Какая погода! Даже микрофон не прицеплял. Блин, где микрофон? Короче, смотрите, пока момент есть. Фу, прямо как задувает, красота. Туман поднимается с той стороны, переваливает на эту сторону. Фу, вышло солнышко! Огонь! Скандерское озеро. А, красота! Дует ветерочек. Хороший такой ветерочек. Поднимаемся на горку уже. Вот совсем рядом церквушка. Сзади меня вот такие виды. Круть! Как вам? Пишите в комментариях, как вам виды. Ходите в горы чаще. Не так сложно. Я в каждом видео рассказываю, что это не совсем не сложно. Все со мной поднимались. Все. Даже 65-летние. Ну вот она, церквушка уже. Всем рядом. Сейчас попробую пробежаться. Добежал. Господи, помилуй. И дай Бог, Господи, всем здоровья. Всем на свете, чтоб не было войны. Сейчас немножко отдышусь. И продолжу. Для того, чтобы отдышаться, нужно сделать, ну, как минимум, 3 больших и медленных вдоха. И 3 плавных выдоха. В принципе, дыхание должно восстановиться. Туман поднимается с той стороны. Ничего не видно, где Румия, монастырь. С этой стороны Скадарское озеро. И открывается вот такой живописный вид. Красиво, правда? Мне кажется, очень красиво. Наталья там селфи рубит. Ну вот я за 2 часа с копейками поднялись от монастыря на гору Румия. Сделали несколько привалов больших, сделали небольшую фотосессию. Если вам нужно в моих турах сделать красивые вот такие фотографии. Обращайтесь, сделаем красиво. А я тут пока посижу, посмотрю на эти красоты. Вот на те, повтыкаю, отдохну. Наберусь позитива, сил, эмоций и здоровья. Ну, наверное, на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на мой канал. Значит, ставить лайки. Пишите в комментариях обязательно. Зачем писать в комментариях? Тогда видео мое поднимается выше. Да и люди вообще видят, что вы пишете. Задают какие-то вопросы.
Тем самым вы поможете мне. А я буду вам помогать. Присылать все новые и новые видео. Чтобы вы их смотрели. А если хотите, приезжайте сами. Вместе будем делать видео. Вот с такими видами. И не забывайте ставить колокольчик, который будет вас уведомлять о новых видео. Ну, на этом я, наверное, с вами окончательно прощаюсь. Всего доброго. Всем пока. Практически на всех высотах есть вот такие тубы. Где-то тубы металлические, где-то почтовые типа ящики. На самом деле это не почтовые никакие ящики. Места, где можно записаться и оставить свои данные. Кто проходил, когда проходил, с какой стороны проходил. Вон. Так что будете на горе, открывайте обязательно эти тубы и записывайтесь. Город Бар внизу. Немножко разошлись облака. Холм. А здесь Скадарское озеро. Вот там остров, где живет монах Георгий. Здесь монастырь Вешка. Вот там остров. Там живет отец Николай, рыбак. Там же Албания. Кстати, вот там, прямо, вот там, там Подгорица, Проклятие горы, с левой стороны Вирпазар, класс. Привет, ну вот я и на горе, очередной горе Румия, 1560 метров над уровнем моря, сзади меня Скадарское озеро. Прекрасный, красивый вид. Правда? Присоединяйтесь к моим походам.